Елена Лебедева ждала этого момента целый год. Она, как и большинство россиян, запланировала свой отпуск на летние месяцы. Сейчас девушка собирает чемоданы и отправляется отдыхать на море. Но оставлять квартиру совсем без присмотра ей не хочется. Поэтому она решила установить у себя дома внутреннее видеонаблюдение от Ростелекома. Говорит, это вопрос безопасности, да и душе спокойнее. Это очень удобно. Я могу с телефона всегда смотреть, что у меня происходит в квартире. Любой момент под моим личным контролем квартира находится. Елена хоть и не IT-специалист, но подключить и настроить оборудование смогла сама. Это просто. Теперь она всегда сможет следить за обстановкой в квартире из любой точки мира. Благо, услуга работает со всеми операторами связи. Кроме того, за свои личные данные также можно не переживать. Все видеозаписи с камер хранятся в зашифрованном виде в облаке, где обеспечена надежная защита от всех видов киберугроз. Также для пользователей услуги доступна круглосуточная техническая поддержка. Видеонаблюдение можно использовать по-разному. Присматривать за детьми или старшими членами семьи, наблюдать за няней, строителями, домашними питомцами или за своим автомобилем. Все камеры ведут съемку в высоком разрешении. Также в них есть специальный ночной режим. Еще одно важное для северян качество – техника защищена от дождя и снега и работает при температурах от плюс 60 до минус 40 градусов.